На телеканале «Звезда». Время новостей. В студии работает Юлия Рубцова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Спрос с руководителей различного уровня, которые задействованы в наведении и обеспечении порядка в столице Беларуси, Минске, должен быть жесткий. На это накануне нацелил председателя Минского горосполкома глава государства Александр Лукашенко. Уже завтра в белорусской столице начнет свою работу 6-е Всебелорусское народное собрание. Делегатов на масштабный народный форум провожают в торжественной атмосфере. Первый этап плановой вакцинации медицинских работников, находящихся в зоне риска, в Беларуси подходит к завершению. В ближайшие дни приходит еще одна партия вакцины «Спутник Ви» с Российской Федерации, которая пройдет определенные тесты. Подробности далее. Спрос с руководителей различного уровня, которые задействованы в наведении и обеспечении порядка в столице Беларуси, Минске, должен быть жесткий. На это нацелил председателя Минского горосполкома глава государства Александр Лукашенко. Состояние нынешних дел и вопросы на перспективу. Выполнение ранее данных главой государства поручений. Доклад Владимира Кухарева включал несколько аспектов. Один из ключевых – наведение порядка на объектах недвижимости в центре столицы. Говорили прежде всего о зданиях у площади Якуба Колоса и завода «Горизонт». Обратить внимание на них президент поручал и ранее, сегодня напомнил о своих требованиях. Вы там, я знаю, планируете на инновационные проекты опереться. Там действительно должны работать офисы, у них должны быть даже производства. Самые инновационные, самые продвинутые. И там, на Колоса, и в районе нашего предприятия, телевизионного завода «Горизонт», надо наводить порядок, чтобы эти территории деньги приносили в бюджет. И это можно сделать. Отдельная тема – наведение порядка на улицах и благоустройство Минска. Своевременная уборка снега для коммунальных служб столицы стала в последние дни настоящей проблемой. Автомобильные аварии, пробки затрудняли передвижение спецтехники. Хотя метель была ожидаемой, транспорт подготовлен заранее – более 750 единиц. В таких случаях к этому делу не стоит опасаться привлекать и горожан, подчеркнул президент с учетом предоставления инвентаря. Со стороны коммунальных служб обеспечено и в телеграм-каналах обозначены те точки, в которых выдается соответствующий инвентарь. И мы призываем жителей города Минска активно участвовать в уборке дворовых территорий. Отдельно президент коснулся вопроса развития столицы. Каким председатель горосполкома видит Минск в 2021 году? В основе экономика, подчеркнул Владимир Кухарев, она дает толчок в целом развитию города. В минувшем году дела складывались неплохо. Уровень реальной заработной платы вырос почти на 10%. Немаловажно удалось выполнить ключевые показатели по строительству жилья. Но и расходов 2020 предоставил немало. Только сумма ущерба, нанесенного городскому хозяйству участниками уличных протестов, составила 1 миллион 250 тысяч белорусских рублей. Взыскан почти миллион. Эта работа сегодня продолжается и в дальнейшем, подчеркнул руководитель. К нарушителям общественного порядка в столице будут приниматься самые серьезные меры. Нарушение общественного порядка, так же, как и публичная клевета в телеграм-чатах, не останутся безнаказанными. Последствия деструктивных призывов всем понятно, они могут носить в том числе тяжкий характер. Оскорбления, угрозы, а также призывы к противоправным действиям, подрыву государственного строя. Подобные незаконные факты в интернете уже не носят анонимного характера. Правоохранители отмечают, от ответственности уйти не получится. Виновные понесут реальное наказание. Стоит понимать, что администраторы чатов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранители достаточно эффективно находят таких граждан и пресекают подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации. Работа в этом направлении продолжается. Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством. Проявляйте разум и мудрость, не поддавайтесь на провокации. Ни одно противоправное действие не останется без внимания сотрудников милиции. Имена тех, кто нарушил закон, будут установлены.
Уже завтра в белорусской столице начнет свою работу 6-е Всебелорусское народное собрание. В течение 2 дней, 11 и 12 февраля, его участники сообща определят ключевые векторы дальнейшего развития белорусского государства. 2700 делегатов из регионов отправляются в Минск, чтобы озвучить проблематику своей местности, рассказать о своем видении решения проблем на местах и найти понимание в тех или иных аспектах. От Витебщины на форум отправляется 310 человек, в том числе 25 представителей Новополоцка. Делегатов как «Голос региона» избирали тщательно. Это представители депутатского корпуса, крупных общественных объединений. Все эти люди имеют безусловный авторитет в своих трудовых коллективах. Делегатов в белорусскую столицу провожают в торжественной атмосфере с пожеланиями продуктивной работы, которая в итоге отразится в улучшении благосостояния как отдельного региона, так и в целом нашей страны. Ну, конечно, эмоции самые позитивные. Мы надеемся, что та миссия, с которой мы едем, она, конечно, будет реализована. Мы должны воплотить все то, те идеи, которые мы несем на это всенародное собрание, и те письма, те наши вопросы, которые были отправлены, наши предложения, они должны быть реализованы. Самые, наверное, позитивные эмоции, с нормальным настроением отправляемся. Хочется принять участие, найти отражение той работы, которую мы провели в нашем городе, те предложения, которые поступали нам на диалоговых площадках в ходе проведения личных приемов, телефонных звонков. Вот хочется все это увидеть, отражение на ближайшую пятилетку в государственных программах, в социально-политическом развитии нашего государства. Действительно, вот большая работа, которая была проведена подготовительная, вышла уже на финишную прямую. Завтра начинает свою работу 6-е Всебелорусское народное собрание. Как и давали нам напутствие жители нашего города, самое главное для города – это развитие промышленности, развитие экономики, модернизация наших химических производств, нафтана, а затем полимера. Очень важно, конечно, для города, и мы ждем этого и в выступлении президента, о том, что все-таки будет меняться региональная политика. Сильная страна будет только тогда, когда будут сильные регионы. Поэтому мы надеемся, что мы услышим ответ на тот вопрос, какой больше самостоятельности будет дана регионам в решении вопросов социально-экономического развития именно своих городов. Ну и, конечно же, нас волнуют вопросы и транспорта, и строительства нового моста, и медицинское обслуживание наших жителей. То есть все, что нам люди говорили, мы это отправили на Всебелорусское собрание, секретариат собрания, ну и будем завтра ждать ответа на эти вопросы. На радость тем, что промышленность у нас все-таки строится, и я думаю, что вот и нормально так. А вот строительство города практически некуда развиваться. Строительство города. Поэтому вопрос стоит, очень серьезный вопрос строительства моста. И я думаю, что вот этот вопрос делегаты поставят там. И, возможно, так сказать, вопрос найдет решение. Приятно их было проводить. Во-первых, погода замечательная. Но я думаю, что все наши мысли и продолжение нашей Республики Беларусь, они там проведут и доведут до руководящего состава Беларуси. А тем временем рабочая группа Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению 6-го Всебелорусского народного собрания подводит итоги большой общественной дискуссии, которая предваряла форум. Детально изучено несколько тысяч обращений от граждан. Более 1000 из них поступило через официальный сайт 6-го Всебелорусского народного собрания. Большинство обращений фиксировалось из Минска, почти 40%, и из Минской области поступило 14%. От Брестской, Гомельской и Витебской 11, 10 и 9% соответственно. Меньше всего предложений прозвучало от жителей Гродненской области, всего 6% в структуре поступивших обращений. Надо отметить, и тематика обращений не ограничивалась темой государства, общества, политика. Хотя она и превалировала. Почти 12% вопросов касались темы жилищно-коммунального хозяйства. Также популярными были предложения, которые касаются социального и пенсионного обеспечения.
Беларусь всегда отличалась сплоченностью своей нации в трудовых коллективах, выполняя общее дело в наведении порядка на своей малой родине, в праздничных мероприятиях, акциях и других благих инициативах. В 2020-м тех, кто хочет видеть свою страну сильной и независимой, объединила общественно-политическая обстановка. Люди открыто, а главное, мирно выражают свою позицию в поддержку нынешней власти, стабильности, в поддержку той Беларуси, в которой привыкли жить 26 лет. Вот также сообща, сегодня беларусы дают ответ санкциям. Коллективное письмо против санкций с подписями трудящихся Беларуси отправлено в Советы Европейского Союза. Подпись под письмом оставили более 1 миллиона 130 тысяч работников предприятий и организаций. Это солидарный протест трудящихся против незаконных и необоснованных мер, принятых Евросоюзом в отношении белорусских предприятий. Решение о введении санкций абсолютно незаконное и необоснованное, и страдают от него в первую очередь обычные работники. Причем не только тех организаций, которые попали в санкционный список, но и многих других. Стоит отметить, что сбор подписей против экономических ограничительных мер Евросоюза проводился на добровольной основе, абсолютно открыто, и во все организации и предприятия были направлены контакты, куда можно было анонимно обратиться в случае, если нарушается право свободного волеизъявления. В городе Новополоцке члены профсоюзов активно подключились к подписанию под открытым письмом. Собрано около 50% подписавшихся от членов профсоюза. Первый этап плановой вакцинации медицинских работников, находящихся в зоне риска, в Беларуси подходит к завершению. Минздрав распределял российскую вакцину «Спутник Ви» по регионам в зависимости от поданных учреждениями здравоохранения заявок. В полной мере планы по вакцинации реализованы в Витебской, Гомельской, Гродненской областях и Минске. Около 10% осталось привить остальным регионам. Первый этап вакцинации планируют завершить до конца нынешней недели. Вместе с тем, уже завтра, 11 февраля, учреждения здравоохранения страны приступают ко второму этапу вакцинации медицинских работников. В Витебскую область для этих целей накануне поступило около 3000 доз российской вакцины «Спутник Ви». Параллельно будут вакцинироваться работники учреждений образования, интернатов, домов престарелых и социальных служб. Все те граждане, которые в силу профессии много контактируют с людьми. В ближайшие дни приходит еще одна партия вакцины «Спутник Ви» с Российской Федерации, которая пройдет определенные тесты. И я думаю, что в ближайшее время, наверное, на следующей неделе поступит следующая партия, которая уже направлена будет на педагогов и на контингент свыше 60 лет. В целом, эпидситуация в области стабилизируется. Медики отмечают снижение числа обращений пациентов с коронавирусом в амбулаторно-поликлинические учреждения, уменьшается число госпитализаций. Постепенно отделения больниц, которые были задействованы для лечения людей с COVID-19, возвращаются к прежнему режиму работы. Несмотря на отдельное замечание, медики хорошо проявили себя в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это касается и представителей Новополоцкой больницы. Такую оценку дал Михаил Вишневецкий в ходе медико-санитарного совета, который состоялся в Новополоцке. Ковидная инфекция еще не ушла, и, конечно же, центральная городская больница еще часть своей площади отдает под пациентов. К сожалению, пока ущемляя, это, я опять же говорю, не касается больницы, ущемляя наших пациентов, которые необходима другая помощь. Но это, к сожалению, во всем мире так. Я думаю, что в ближайшее время они уйдут только в инфекционное отделение и полностью заработают, как центральная городская больница. Это все. В студии новостей вновь. Увидимся вечером. Всем хорошего продолжения дня.